Шымкенте голова полуторагодовалого ребенка застряла в кастрюле. Девочка надела ее во время игры. В итоге посуда застряла так плотно, что пришлось вызывать спасателей. За 15 минут специалисты ДЧС вызволили ребенка из плена, применив для этого растительное масло. Операция по спасению завершилась успешно. Ребенок не пострадал. В Нур-Султане молодой человек в состоянии алкогольного опьянения спрыгнул с моста. Инцидент произошел возле одного из столичных спорткомплексов. В итоге из воды на берег 22-летнего парня вытащили два сотрудника патрульной полиции. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сухая трава вдоль железнодорожных путей горела на 6 участках в Павлодаре. Площадь возгорания составила больше 20 гектаров. По словам специалистов, ущерба нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.